столице республики скоро появятся необычные клумбы и цветочные скульптуры. О планах по цветочному оформлению столицы Чувашии рассказали представители компании «Зеленстрой». Каждый год, начиная с мая, в городе формируют оригинальные клумбы, газоны, устанавливают вертикальные фигуры. В этом году на развязке по улице Гладкова появится петушок – символ этого года. А на кольце по проспекту Яковлева – скульптура «Хоровод». Над заливом полетят утки из искусственных растений. Из этого же материала сделают скульптуры «Чебурашка» и «Гена» и «Влюбленные». Места для них озеленители сейчас выбирают совместно с главным архитектором «Чебоксар».